Сергей Лазарев связался с поклонниками и рассказал о природной жести, которая происходила в столице Кузбасса. Сильный ураган прошел в Кемерово 19 июня. Как раз в это время в столицу Кузбасса приехал Сергей Лазарев, чтобы дать там концерт 20 июня. Город встретил артиста сильным ураганом. Утром 21 июня он опубликовал в сторис на своем странице видеообращение к своим поклонникам. Исполнитель признался, что, несмотря на непогоду и разницу во времени, проснулся сегодня утром бодрым, свежим. Вот, и показал, что он покушал домашние ягоды, вишни. Поделился кадрами последствий разрушительных действий стихии в столице Кузбасса. Вот так он был свидетелем того, что происходило в Кемерово. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране.